Всем доброе утро. У нас сегодня 22-е уже, день выписки. Я вот такая прическа. Я заплела себе две косички, они у меня такие тонюсенькие. Я их вместе так пока собрала. Вот. Это, в общем, чтобы у меня хоть какой-то типа объем был на голове. Время у нас 7:30. А еще, знаете, я выглянула в окошко. И на улице снег, первый снег. Вот не видно ничего. Окна, видите, такие типа с этими зеркалами, что ли? Будь здорова, зайка. Доча чихнула. Вот. Живот опять что-то маленько побаливает. Но уже как-то получше. Вот так вот. Сейчас выключу, наверное, цвет, попробую вам заснять. Вам скоро завтрак принесут. Но я еще хочу маленечко лежать, поспать. Что-то как-то я не выспалась, поздно легла. Все что-то в интернете делала. Видео выставляла еще, знаете, подготовку там к встрече с дочей. До сих пор не выставила, вот. Этим занималась, так что сегодня 22 числа выйдет видео, как я с Алиночкой там комнату украшала, наклейки клеили мы с ней, вещи какие-то детские там перебирала, в стирку отправляла. Доча, сейчас иду, ладно, пойду я дочь кормить. Немножко полежала и уснула. Смотрите, вот наша погода. Первый снег. Класс. Не знаю, мне нравится, но хотела снег. Ой, нам завтрак принесли. Точнее, мне. Вот такая кашка, которую я не люблю. Хлебушек с маслом, с сыром, чаек. Всем приятного аппетита. Пальчик сосет, дочь. Я тут прилегла. Доченька спит. Даю в кроватку уложить. Вот. Врач приходил, сказал, что выписка моя будет готова где-то к 4 часам. Так что я тут еще пока лежу, даже не собираюсь, вообще не тороплюсь ничего никуда. У меня вообще такая, если честно, лень, мне охота поспать. И еще поесть, так вот прям хорошенечко поесть, пообедать. У нас время где-то около 11. Вот. 12 будет обед. Я поднимусь. Ну а тут я решила уже начать собираться. Начать собирать сумки. Точнее, сумку. Вот эту вот, которую я заказывала на Валбересе. Очень, кстати, такая хорошая, компактная и в то же время большая, удобная сумка. Вообще прям, ну, вместительная. Я не жалею, что я ее заказала. После роддома ее можно также использовать, что-нибудь в ней хранить, складывать те же вещи какие-то там. Ну, в моем случае у меня уже так горит то, что можно туда складывать маленькие детские вещи какие-то или на зиму. Ну, в общем, можно найти применение этой сумки. В общем, классная сумка.
miss all the things that I left. I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way. Cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. Тут я решила показать вам свой живот. Какой он у меня большой еще, видите? Как будто я до сих пор беременная. Ну, в общем, вот такой вот у меня животик на данный момент. У нас время уже где-то около часа. На улице дождичек, что ли, прошелся вот на окнах. Капельки. И снег подтаял. Грустненько стало. Вот. Нам покушать принесли уже давно. Я никак не могу поесть. Вот я начала уже есть. Здесь подлива с мясом, видимо, с макарошками. Компотик вот я тут уже попила. Суп почти доедаю. Доча мне не совсем давала покушать. Сейчас ее тоже кормила. Сейчас сама быстренько поем. Все, практически готово. Я такой немного пудель. Такие у меня волнистые эти волосы. Косички заплетала. Ой, в общем, вот. Все, сейчас, наверное, хвостик сделаю. Это что такое? Это вообще... Или вообще заплестись? Ой, доча пока спит. Вот. Мне отдали уже все выписки. Теперь жду только папу с Ваней. Вот, и все. Можно уже ехать домой. Наконец-то. Прощай, палата. Прощай, перинатальный центр. Вот мои сумки, пакеты. У меня еще полотенчики сушатся. Сейчас я их тоже сложу. Вон там еще одно мое полотенце. И вот еще кое-что на тумбочке. И все. И я готова. Сделала себе хвост. Но сплетаться долго. Все как-то молча, да? Пойдет, может. То есть в туалет схожу. Душ, там зеркало есть. Посмотрю с ладом. Плохо видно. Вот так вот тут. Я думаю, нормально. Такие волосы вообще. Пипец. Бумажные полотенца пригодились в качестве туалетной бумаги, потому что она у меня закончилась. Надо ее забрать тоже. Ничего не оставляем, чтобы не возвращаться. Сижу что-то и
настроение вообще упало. Не знаю, или то, что ожидание это, или что. Позвонила сейчас Ване, они еще едут где-то в Пышме, что ли. А это где-то еще час езды до Екатеринбурга. Вот так вот. Я вообще что-то расстроилась. Собралась, блин. Ну еще одеваться надо. Сижу в халате. Жду вещи. Не везут мне и Анжелике. Один остался. Все, поздравьте маму. Поздравьте маму. Поздравьте. Дочь, да? Все, держите, поздравляю вас. Растите большими. Давайте всего вам хорошего. До свидания. Сейчас я сумки вынесу. Ага, да-да-да. Все, мы выписались. Папа идет впереди. Ваня идет такой счастливый. Ты что такой счастливый? Как? Да? Почему нет? Да что? Ага. Может, не твоя? А? Ты что такое говоришь? Я не могу даже смеяться, мне больно. Ты что, говорит, такое говоришь? Вообще, лохматая. Вся, вот тут тоже областной перинатальный центр. Другой вход-выход. Сколько? 4 года назад
Тут было, так, цветочки, цветочки. Что там, Ваня, было? Ну, типа, приемный покой там был, да, Алину? Там принимали. Алину принимали, точнее, меня принимали. Ай, господи, я не могу, вы нифига вы несетесь, у меня уже живот заболел. Я-то быстрее, да, иди ты, да, быстрее иди. Я-то потихоньку. О, господи, ветер. Все, идем. Да. Конверт у нас вообще. Надо, короче, сверху еще что-то делать, чтобы закрывать личико. А то оно все открытое. Ой, мы же тут по времени как бы кушаем. Вот. И, в общем, она захотела покушать. Точно. Так что мы сейчас кушаем. Ваня, ты что такой напряженный? Чего? Напряженный. Почему видишь меня? Такой серьезный, даже слова не скажешь. И это не скажешь по тебе, что ты сутки не спишь. Дорога ехала. Что, пока все прямо, да? Пока все прямо. Ты че плакала, доченька? Кто это? Кто это? Такая мама. Тёма только потом пошел обнимать меня. Алина-то. Вытащили, да? Алина, а ты че плакала-то? А? Ты че плакала? Пойдем Лялю. Что только не пойдём... творилось сейчас? Пойдем Лялю распаковывать. Только не кричите, не кричите сильно. Ой, мама, с Лялей приехали. Мама, а ты что такая мокрая? А где она? Она тут была. Я ее дала спать, не куда не спать, я уже все разделась. Я пошли в маски делать, я ее ходу в маску не пошла. Какая красота! И полотенце опять висит. Первая встреча. Смотри, Алина-то. Кто это, Алина? Домой приехала. Вот ты носик-то не трогай. Анжелика домой приехала. Алина такая вся растрепана. Да какая она довольна. Тебе, да? Ну и как же на светку походит. Бабушка. Не знаю, не знаю. Какая красота.
маленькие. Да, давай баба будет ее распаковывать. Мама, ну извини, уж на YouTube попадешь, что теперь? Мама, надо было подготовиться, раз ты нас ждала. Ой, как Ляля. Хорошенькая. Никому ее не отдадим. Алина, никому Лялю не отдадим. Она, по-моему, покакала. Ой, она такая лысенькая. Рыгает. Алина, куда ты ее поднимаешь? Мама, ничего. Так я что сделала? Ты что не подготовилась? У тебя столько времени было. Мы столько времени ехали, ужас. Ты что, я против шерсти? Тема, против шерсти. Мама, против волос. А мамы там же тебе еще одна ляля. Да вообще капец. Мама ходит, как этот инвалид какой-то. А ну-ка мы ей новую кроватку свою положим. Новую кроватку давай положим. Ну-ка давай положим, положим новую кроватку. Вот такая кроватка. Вот твое место, будешь здесь спать. Вот твое место. Будешь здесь спать. Ну что, Тёма, это... Нравится лялечка? Не хочешь уже братика? Нет? А что, сестренка уже нравится, да? Они ее как кошку гладят. Ты не дотягиваешься. Пошла за стульчиком, да? Дотягивается она. Ой, мне больно смеяться, я не могу. Не дотягивается. Это с ногами. А? Все запуталось. Ноги-то она высунула, видишь. Мама, ты ее раздевай этот. Снимать ее? Да, надо снимать, потому что она покакала там. Ну-ка, давай мы тебя разденем. Она покакала. Угу. Да, покакала. Надо ей поменять подгузник, да, Алина? Да. Я долго тебя ждала, да? Конечно, долго. Почему ты так долго была? Так тетя врач меня не отпускала. Лечила. Маленький пальчик. Ага. Ну-ка, давай ручку. Ты сегодня встал, я ручку. Давай. Угу. Давай. Вот. Куда всыпешь Анжелику? Вот. Спать, скажи, не даете мне, сволочи. Ну, спать котик. Угу. Спать котик. Да. Хорошенькая. Анжелика. Хорошенькая, да, Алина? Алина, ты что такая вся растрепанная-то? Из-за Алины. Позевает. Почему? Это правда из-за Алины? Она сначала мне... Вот я спокойно сидела. Какая красота, да, Алиночка? Какая красота. Покажи еще Анжелику вот так вот. А кто эту красоту сделал? Баба и привет, баба Галя. Малышка. И полотенце такое некрасивое висит. Где? И плакат тут, да, где? Такой с рождения. Где полотенце? Дочки, найди. Сумки наши, пакеты. Как обычно, Ваня на полотенце сохнет, висит. Люблю тебя. Люблю тебя. Класс. Класс. Неужели мы дома? Что ей сделать? Что такое вы там? Я хотела ей носочек одеть. Не одела. Ты вообще не можешь. Ты шуру-муру. Все, наконец-то я дома с детьми. Вот они у меня. Сегодня будем тут спать. Скажите всем привет. А то не сказали еще привет. Тема, не будешь говорить? Привет. Всем привет. Тёма, как всегда, не в настроении, потому что он хочет посидеть, он не хочет ложиться спать. Ну, это у него, как всегда. Я вообще прям очень устала.
Мама. Сейчас будем спать. Да, доченька. А можно где хвостик? Какой хвостик? Сделать. Пускай у тебя распущенный волос. Три мама также спит, видишь? Распустила косы свои. Мама. А давай ты матьёвки мне такие сделаешь, как у Насти есть такие матьёвки. Ладно, ты мне завтра расскажешь. Ладно, все завтра. А то время уже у нас пол второго. Представляете, дети до сих пор не спят. Такие, как хорошо. Все, мы заканчиваем этот влог. Вот такая у нас была выписка. В общем, завтра буду, наверное, новый влог снимать и расскажу, в общем, как у нас выписка прошла, как мы вообще там... Ты почему маму перебиваешь? Дай мама скажет. В общем, все я расскажу завтра, потому что, ну, вообще очень устали. Как мы доехали, как вообще столько времени ехали, это вообще... Все, говорим всем пока-пока.